Из-за неблагоприятных погодных условий власти Самары приняли решение возобновить подачу тепла в учреждения социальной сферы. Вопрос решили оставить на усмотрение самих организаций. Тепло подается по заявкам. На еженедельном совещании в мэрии, которое провела глава города Елена Лапушкина, руководители профильных ведомств отчитались о ходе подключения учреждений к теплу. Из 793 объектов, которым принадлежат здравоохранение, опеки, детским садам и школам, в настоящий момент по заявкам включено 170, то есть 21%. Остальные пока отказываются. По словам руководителя департамента образования, к утру понедельника батареи стали теплыми почти во всех детских садах города. Большинство детских садов подключены у нас. Школы по-разному реагируют, говорят, что слишком тепло будет перетоп, поэтому многие отказываются, а детские сады все подключаются. По прогнозу, эта неделя еще будет холодной. Днем ожидается 12-15 градусов, в ночное время температура опустится до 3 градусов. Сохранится северный ветер. Уже к выходным ожидается потепление. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.